Всех приветствую на канале Ярославский огород. За окном 5 мая, плюс 26 градусов на улице. И сегодня я с вами открываю новый плейлист по выращиванию кукурузы в Ярославле. Сажать сегодня будем гибрид Honey Bantam F1. У меня 15 семечек, каждая обработана каким-то фунгицидом. Сажаем 5 рядков по 3 семечка. Расстояние в рядке между семенами 40 см, между рядками 70 см. Главное правило при посеве кукурузы – не тесно, но компактно. Кукуруза – очень социальное растение в том смысле, что любит наличие коллег по соседству. Берем палку, ветку, швабру, что угодно, и делаем лунку глубиной 4 см. Можно больше, но я глубоко сажать не буду. У меня, как обычно, получились лунки глубже, поэтому я маленько добавляю земли при посадке в лунку. Посадка кукурузы не требует внесения в лунку органики, минеральных удобрений. А если у вас гибрид Honey Bantam, то вообще ничего не надо. Я даже не поливал, так как у нас ожидаются ливневые дожди, а с семечком ничего не случится в грунте. В сезоне 2020 пристальное внимание моего канала будет уделено наблюдению за кукурузой. Я очень хочу получить вызревший початок этого замечательного растения и запечь его в духовке. Всем спасибо за просмотр. Новое видео каждую пятницу в 20:00. Лучшая благодарность будет, если вы поделитесь этим видео с друзьями. Всем пока и удачи!